Аэропорт временно закрыт по техническим причинам. Нелетная погода. Ураганы, грады, местами укры. Нет, ломать лучше вообще ничего не надо. Не, я сегодня поеду за УАЗиком еще за одним. Желтым. Они сидят 70 метров отсюда, да? Ну да. А где их позиция ближайшая? Ну вот, да, у меня левая сторона. Самая ближайшая позиция. Вид хороший туда. Так что... Там человек. А не видишь, вчера он это БМП раз пробежала и убежала. А сейчас будем ее ловить, если она опять появится. А там и танчики появляются, стреляют. Да, вот это украинские, это группы. Вот они прячутся, там сидят в подвалах. Они весь боятся вылезти, потому что там уже прострелено все. Они где-то один выстрел сделают, мы сотни туда. И все. И они боятся вылезти. Они только знают, что где наши точки. Вот знают, что мы отсюда стреляли. Ну и все, они сюда просто выдернули, там, постреляли и спрятали. То, что знают, сейчас к ним прилетит. Если бы мы были жили, да, то нам мы гранаты не попросили. Бывает, первая не уйдет. Была атака, сначала пошла техника, техника была сожжена ночью, нашими силами, ручными ребята работали. Потом двинулась пехота около 140 человек, ну целая рота, по большому счету. И атака была приостановлена пехотой. Наши ребята вступили с ними в бой, чтобы не пустить на территорию аэропорта. Ну здесь начала работать украинская артиллерия и четко накрыла свою пехоту. В очередной раз они показали, что наемники и украинская армия между собой не взаимодействуют, потому что по радиоперехвату мы поняли, что те люди, которые находились на вышке в аэропорту, на новодиспетчерской вышке, дали команду, что их штурмуют. И они вызвали огонь на себя. Благодаря украинской артиллерии и нашим ребятам, которые находились на данный момент на позициях и не спят по ночам, было уничтожено около 120 человек. Так вот, в данный момент. Даже украинские СМИ уже это подтвердили. На самом деле, как произошло. Мы должны реально понимать, что происходит. Очередное невзаимодействие между силовиками и наемниками. Подтвердило. Может, по частному сектору и по аэропорту. Дай пойдем. По мирным жителям дома разрушают,
и так далее. Не рискуют идти в лобовую. Они вон выходят издалека, танк выйдет. Если пехота здесь пробежит, это хорошо, мы ее положим. Ну, такая вот ситуация. Покажите на своих позициях. Пока... А я давал. Я как думаю? Я думаю, пока нет брони, мы не пройдем. Они нам практически не угрожают этим мощным. Мы передвигаемся нормально по территории аэропорта, ну, по своим позициям, там, где все зачищено. То есть мы ходим пешком, не бегаем. Ну да. Ночью с дедом думаю, там Володя! Я за тут бачили с часа, да без 22, ебать. Мы охуели вот так. Давайте, артиллерия, поставим вышки, поработать. Продвинемся, Брантан, когда броня будет. Ну там на парковке сегодня до 12 приказа стрелять не было, так как укропы собирали своих шмурок. Ну и позвали там они еще ОБСЕ. Ну это, так сказать, перемирие было нарушено, как я посчитал, уже два раза. Обстрелы с их стороны, в сторону Донецка. И возле нас тоже падали мины. Сейчас уже час, и обстрелы все равно идут. И частично были перестрелки. Ну вот так. Не знаю, собрали они своих шмуров или нет. Сейчас только что нанесла артиллерийский удар украинская армия в сторону Донецка. Туда, в сторону Киевского района. Ну, возможно, и по нашей позициям. Как-то близко.